Те, кто возглавляли крупные, например, коммерческие структуры, они прекрасно понимают, насколько сложен вопрос кадров. Кадровая проблема – это самая сложная проблема в любой политической партии. Поэтому у руководителя может быть масса хороших, правильных идей, но когда эти идеи спускаются вниз на уровень исполнителей, они бывают настолько серьезно искажены, что порой получают просто обезображенный вид. И в этом действительно очень серьезная проблема у нас в Российской Федерации. Что касается вышеупомянутых граждан, которые были у руководства страны, вы знаете, я не рассматриваю даже всерьез их политическую позицию в настоящий момент, но тем не менее они все-таки являются специалистами. Хорошими специалистами или специалистами, которые приведут к чему-то хорошему, или к специалистами, которые приведут к чему-то плохому, но тем не менее они являются специалистами, знающими отрасль. И если я, как руководитель, посажу рядом с собой несколько человек, которые имеют разные мнения, возможно, тогда я смогу сформулировать, какая же позиция более правильная. Взять у каждого из этих людей что-то самое грамотное, самое рациональное, использовав их знания, их навыки, и уже реализовывая непосредственно это, если это брать бизнес-модель, соответственно, в коммерческой структуре, если это брать Российскую Федерацию государства, в данной ситуации на территории Российской Федерации.